Здравствуйте всем. Я сегодня вот хочу сделать микарту. Это мой первый опыт. Рукоять из микарты. Вот набрал я вот такие вот лоскуты ткани. Нарезал. Вот футболки у меня. Ну, это то, что было под рукой. Для первого опыта пойдет. Получилось у меня три цвета. Ну, одна клетчатая такая. Оранжевая и черная. Сейчас будем их пробовать. Берем, ложим их в файл. Файл подрежем немного. И будем замешивать эпоксидную смолу. Так. Эпоксидная смола у меня следующая. Двухкомпонентная смола и затвердитель. Будем смешивать в стаканчике. Эпоксидку я брал такого производителя. Не знаю, первый раз я брал. Попробую. Цена вопроса 200 рублей. Были и дешевле, там по 130 вроде бы. Так, ну начнем смешивать. Смешиваю также на глаз. Заливаем смолу, затвердитель, там 1:10 вроде бы, я уже не помню. Ну, смешу. Так, заливаем. Заливаем. Все это дело скрепками фиксируем. И пропитываем. Теперь положим его под так называемый пресс, придавим немного. Нагрузку небольшую, вот эта фанера и все, что будет. Ну, я не знаю, может максимум еще килограмм что-нибудь поставлю. Прошло 24 часа. Сутки, вот что у нас получилось. Не везде она пропиталась. Я уже вижу два места, где косяки. Сейчас поближе посмотрим. Резал я на такие 4 части ровных, на накладку как раз, на одной, на второй. Но я их между собой по 2 склею, и по толщине у меня в принципе нормально получится. Начнем склеивать. Косяки побольше пропитал, которые были, и будем склеивать их. Склеим, опять положим в целлофан. Вернее, не опять, а в целлофан положим. И оставим еще на сутки. Ну, в принципе, должно получиться нормально.
Видно будет. Вот такие вот у меня получились два. Вот я пробовал зачистить, какой рисунок будет. Немножко наждачкой шлифанул. Ну, что-то видно. Не знаю, как дальше будет. Как-то так вот. Будем пробовать. Ну вот что у меня получилось. Уже надел я на клинок. Клинок у меня там тоже недоделанный. Грубая шлифовка. Вот какой-то такой вот рисунок у меня получается. Ну, в принципе, для первого раза прикольно. Ну, еще доделаю. Шлифану. Нормально. Нож, кстати, нож из пилы Rapid. Вот такой вот у меня результат получился. Хотелось, конечно, чтобы было получше, просто когда я просто шлифовал ее, ну, грубой там, можно сказать, на наждаке, смотрелось симпатичней. Я вот шлифанул ее, и вот видите, вот такие вот места, такие, это из-за того, что у меня получилось, я одну накладку с одной стороны, с двух частей соединял, и со второй стороны с двух частей. И вот где я начал доходить, первую часть сошлифовал, до второй вот такие вот проблески, это эпоксидной смолы, скорее всего. Просто я дальше шлифую, у меня оно все глыбже, глыбже. Ну, не уходит вот это. Ну, а так-то нормально смотрится, если бы не вот эти. Ну, темноватая, конечно. Ну, для первого раза пойдет, я ее не буду менять. Такое оставлю. Еще по поводу ножа, может, сниму до конца видео. Во второй части, когда я его уже доделаю. Он покрашенный. Так что, если что-нибудь можете посоветовать, подсказать, как получше сделать, пишите комментарии. Всех услышу, сделаю свои определенные выводы. Ну, буду еще пробовать. Мне понравилось. Так вот. Такие накладки на ножи делать. Большое всем спасибо за просмотр. Всем пока. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся.